мы поклонимся России, краю дедов и отцов. Говорим тебе спасибо за священный вечный зов, с вечной верой в человека. Он живет у нас в крови, вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Площадка, ребят, вот площадка и линии.
За линии не выходим. Два комплекта. Один комплект красный, с белыми. Один участок, который готовится. То же самое синий комплект. Поэтому готовится заранее. Представители команд, можно кого-то из родителей попросить, кто хочет помочь. Тоже помогаем нашим участникам одеваться. Почему? Потому что тренировка сложная. Нужно все застегнуть, правильно одеть. Напоминаю последовательно. Сначала одеваем защиту шеи, потом защитный жилет, потом шлем, потом перчатки.
Прекратить меня надо. Тёма, Саша!
она... Что, она с палки? Thank you.
Помогаем. Тоже выиграл.
Так, следующий парень.
Очень много.
Спасибо.
Да? Да.
Thank you.
давай, 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 ты можешь. Готовиться. Алиса, отбила, ударила. Алиса, давай, отбила, ударила, давай, ты можешь, давай. Давай, давай. Ты можешь, Алиса, давай. Давай, не бойся ее, отбила, ударила. Давай, бей, бей. Бей, Алиса, бей, не жди. Давай, бей, не жди, Алиса, бей, бей сразу, бей. Давай, бей, бей, не жди, бей, быстрее, бей. Бей, бей, нападай. Алис, нападай. Нападай. Давай, Алис, ты можешь, нападай. Давай, нападай. Thank you.
Thank you.
французы соревнования. Да, и так, ну, народу не очень много. Ну, если ты за час успеешь, ну, тогда спокойно приедешь. Ты что, мы здесь посидим, подождем? А? Ну, Влада, Влада второе место. Один двое выиграл, второе вместе с Женей. Thank you.
Не нравится? Больно. Да, давай тогда лучше фотографии мы сохраним. Сюда же собрались общие фотографии. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. Над нами благодать, над нами благодать.